прощаемся с Владимиром Ивановичем, Кравцовым, человеком с большой буквы, истинным спортсменом, истинным организатором, учителем. Случайно он носит звание заслуженного учителя Российской Федерации. Человек, который всю свою жизнь отдал педагогике, преподаванию, был руководителем многих наших спортивных учреждений. В память, я уверен, вот Владимира Ивановича сохранится самое светлое, потому что он действительно был такой светлый человек, который ко всему в этой жизни относился очень серьезно и делал очень хорошие, мощные поступки. Владимир Иванович как бы был, можно сказать, строителем и первым директором нашей школы. Владимир Иванович был настоящим руководителем, все делал для и для гимнастики, и для спорта в целом. Он всегда болел душой за все, ну, за свою работу, за все соревнования, которые у нас проводились. Принимал всегда активное участие во всем. То есть очень мы все его любили всегда. Он всегда с нами, мы всегда его будем помнить. Я помню его как замечательного руководителя. Я в то время как раз был учащимся этой школы. И школа в это время, ну, просто расцветала, потому что было много хороших гонщиков воспитано. И Владимир Иванович внес, конечно же, очень большую лепту в развитие детско-спортивной школы номер 8 по велосипедному спорту. Вечная память ему, мы все будем помнить его. Все этапы, которые он прошел по жизни, он оставил большой след. Это был исполнительный, это был человек, которому не надо было что-то еще напоминать. Если он за что-то брался, он обязательно доводил любое дело до конца. Он вел активную пропагандистскую работу среди, значит, населения, по приобщению населения к физической культуре и спорту. Это был активист. И, конечно, сегодня нам, спортивной общественности, не будет хватать этого замечательного человека.